Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня у нас прогулка в сосновом лесу на Маховых горах с видом на Волгу. Сегодня воскресный день. К нам приехали гости. Солнечно, тепло. И вот мы решили дышать свежим воздухом на Маховых горах. Я уже показывала как-то это место. Ну, так вкратце сниму. Вон они уже позируют, наши друзья. Саша с Женей пошли к памятнику Шаляпину и полюбоваться Волгой. Ну вот мы на Маховых горах с видом на Волгу. Вот она, Волга-матушка. Нижний Новгород. Приближу. Высотки — это уже Нижний Новгород. Сейчас здесь у нас идет реконструкция небольшая. Делают новые ступени. Люди работают, даже воскресный день. Сашуля! Так, сделайте все ручками. Вот наши гости. Ну нет, это не наши гости, это Шаляпина и Горький. Мы просто приехали гулять. Ветер, конечно, на Волге. Но красота. Говорить нечего. Сосны, красота. В общем, сейчас погуляем немножко. Чем памятно это место? Здесь, на Маховых горах, состоялись памятные встречи Горького и Шаляпина. Народ сегодня гуляет. Ну, ветер здесь, конечно. Сделаны вот такие скамеечки. Можно посидеть, отдохнуть, кто устал. И напротив была сцена. Сейчас ее почему-то убрали. То есть я поняла, что здесь проходили какие-то мероприятия. В сосновом лесу. Красивые у нас места. А вон мои стоят у столбика, ждут. Сделаем дружно, ручками помашем. Даша отвернулась. Не хочет сниматься на камеру. Мы питаемся энергией сосновой. Передаю вам всем энергию. Гуляем, гуляем. Гуляем, гуляем. Так хорошо гуляем. Дышим сосновым воздухом. Осень. Ну, пока еще тепло. В таких красивых, да, в таких красивых местах мы живем. Все идут, отвернулись от камеры. Ну и пусть идут. Не хотят быть звездами Ютуба, да, Натусик? Ну ты хоть помаши, вот. Это моя подружка Наталья. Мы с ней давным-давно. И в горе, и в радости, да, Наташа? Ну, наверное, да, много лет уж дружим. Для детей сделано вот такое вот, да, сооружение из дерева. Евгений, будешь пробовать? Ты... Нет, привет говорила, не говорила. Вот такое сооружение. Здесь можно полазить, попрыгать, полюбоваться природой. Обустраивают потихоньку Маховые горы-то. Как? Евгения не хотела лезть, но решила все-таки. Да, Евгения? Подожди. Дальше как? Да, ремонт. Даша, сделай Ютубу ручкой. Дашка решила. А Женю надо спасать. Сос, сос, спасите Женьку. Пешеходная дорожка, освещение. И все это в сосновом лесу. Любимое место борчан. Сегодня многолюдно, я уже вам говорила. Все гуляют. Любуются красотой. На дереве встретили вот такую кормушку. Там семечки. Но непонятно, это для птиц или для белочек. Белочку мы еще не встретили, конечно, здесь. Ну вот кормушечку такую заметили. Везде развешаны на деревьях такие кормушечки. Но это уже люди навешали.
Синичка только что сидела. Но я подошла поближе. Она, конечно, тут же улетела. Ой, дышим воздухом, любуемся красотами. На протяжении всей территории, всех пешеходных дорожек здесь сделаны вот такие скамеечки, чтобы те, кто устал, могли присесть и отдохнуть. Ну, ладно, на этом буду заканчивать свой влог. Так, что тут? Ходим, гуляем. Спасибо всем, кто был с нами на канале. Всех люблю, ценю, уважаю и жду новых встреч. Кстати, нас уже 700. Спасибо всем, кто подписан на мой канал. А кто еще не подписан, заходите и подписывайтесь.